Всем привет! Вы на канале Деревенские будни. Сегодня отличная погода. Утро, время 10:35. Мы со Светланой Викторовной решили съездить в город. Нужно заплатить за воду. Хотим еще посмотреть матрасы. Матрасы поролоновые, наверное, будем искать. Ну, просто поролон, в общем. Посмотрим по цене, сколько сейчас. Поэтому, в общем, поехали с нами. Присоединяйтесь. Усаживайтесь поудобнее. И главное, не переключайтесь, а то вы все интересное пропустите, как потом. Так что поехали, вперед. Сейчас посмотрим сначала у нас здесь, в городке, и посмотрим, сколько они стоят. Если, ну, если не найдем, или может быть дороговато, съездим в соседний городок, в Кизел, и посмотрим там. В Кизеле-то мы видели, что там есть, но это было уже давненько. Есть ли они сейчас, не знаю. Но все равно придется ехать, смотреть. И посмотрим, как что. Ну, там сориентируемся по ценам. Может быть, не все сразу возьмем. Хотя бы, может быть, один-два там возьмем. Ну и постепенно вот так вот потихонечку и доберем все уже. Ну все, поехали. Взяли мы два листа поролона. Размер поролона, толщина 80 миллиметров, длина 2 метра, ширина 1 метр. Ну, там по кроватям уже можно обрезать, как надо, по размерам. Стоимость одного листа 1000, сколько там? 1800, да? 1800 чем-то. Да, 1850. Так, погоди, у меня где-то чек-то есть. А тут не написано. А, это не тот, а где тот? В общем, один лист стоит 1800 с копейками. 1850. 850? Угу. Ну вот, 850. Вот. Ну, решили пока взять два, потому что, ну, накладно сбрать еще. Поэтому будем потихонечку сейчас два взяли, потом в следующий раз как-нибудь еще возьмем понемножку. Вот нашли мы только в Кизеле. Вот у нас нету ничего, я не знаю там. Пришлось въехать в Кизел и здесь уже брать. Дороговато, конечно, но что поделаешь. Все равно надо какой-то выход из положения искать, поэтому пришлось брать. Вот. Ну, следующие уже будем брать в другой раз. Вот такие вот они. Упакованы уже. Плотность поролона, он довольно плотный. Ну, так, ну, сжимается так, как бы жестковатый такой, хороший. Ну, в общем, самый раз для матраса пойдет вообще. Потому что есть такие тонкие, как бы не тонкие, а такие они легко сжимаются, такие какие-то они пористые, что ли, как правильно сказать-то. А вот это довольно плотненький такой поролончик, хорошо.
Вот в одном магазине мы только их нашли. Больше их нигде не видели. Мы съездили в верхний. В верхнем там лежит, ну, на 60 миллиметров. Но они слишком такие слабые. Вообще пальцами так легко сжимаются. Это ненадолго, конечно. Поэтому лучше, как говорится, скупой платит дважды. Лучше взять подороже, но плотный, чтобы на дольше хватило. Ну все, поедем дальше. Заедем еще в магазинчик. Там кое-что надо взять и поедем домой. В общем, все, приехали, выгружаемся. Выгружаемся. Давай здесь, там, потому что близко к забору. Давай я достану. Рукава. Как тебе тепло-то? Варежки. Манишка, знаешь, такая. Опа, Наташка! Нас же все встречают. Ну все. Они на матрасах прыгают. Понятно. Опа. Плотные, ага. Вот это хороший паровоз. Может, раз... Вот этот один стоит 1850. Второй 1850. Там это 8, на 80. А там на сотку, там 2600. Недорогие. Но эти плотные, там есть тоже в другом магазине, они такие. Они желтые, продавливаются. Нет, тогда, не нет? Желтые, не белые, даже но они белые. Такие вот, ага. Слабые. Ну как желтые. Но, а вот эти хорошие, плотненькие такие. А ты что, каша тоже не надо стала? Кто в тереме живет? Это я, мышка-нарушка. Это о, я, лягушка, глагол. Вот и живите тут. Миська, Миська, Наруська. Мися, я. Все. Власть тут. Ну сейчас. Обшить его еще. Отрежем его. Ну-ка, отойди, Катя. По длине отрежем. Вот здесь вот. Тут надо 20 сантиметров отрезать. 25. Ой, наоборот, 20. Поменьше, чтоб он плотненько лежал. Ну не 20, а сантиметров 18. Да, чтобы он плотненько лежал. Да. И здесь по краю вот так вот отрезать. А эта часть уже пойдет в другое место. Нормально. Ну, потом в идеале это бы все, конечно, делать под этот на матрасник. И будет все четко. Но пока на матрасника нет, пока пусть так будет. А там видно, вот. Ну, зато уже лучше, чем ничего. Вот остальные кусочки мы соединяем. И получается как раз на третью кровать. Ну это пока положим. Пока положим, потом либо их склеим вместе. Вот так вот надо ровными сторонами. Да, 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 да. Либо склеим, либо в подматрасник их закроем. И все. И нормально будет. И все, и на третью кровать уже не надо. А потом нам еще тетя Люба матрас отдаст. И он будет уже для Даши. И все, не надо покупать. Останется только нам один и все купить. Да? Все, всем пока. Вот такие вот у нас сегодня матрасные будни. Матрасные будни. В общем, подведем итог такой небольшой. Сегодня съездили за матрасами. Купили матрасы. Я уже не буду говорить, какие. Уже говорил. В общем, у нас получилось два листа поролона мы купили. И эти два листа поролона у нас хватило на три кровати. То есть по размерам кровати мы отрезали. Две кровати как бы по размерам. А куски, два куска у нас продольных, они по 30 сантиметров как раз, остались на третью кровать. И потом этот поролончик либо мы склеим вместе продольно так. Ну да, наверное, склеим, скорее всего. И в подматрасник его потом, в подматрасник ткань у нас, если ткань все нормально найдем, может купим, и
сделаем под матрасик, Света сошьет, и туда поролончик вставим, и вот, все четко. Так что у нас на три кровати у нас уже вопрос с матрасами решен. И завтра, возможно, нам тетя Люба даст еще один матрасик уже на четвертую кровать, и все. Вопрос с матрасами для дочерей старших у нас решен. Но потом останется только матрас для нас. Ну да ладно, мы перебьемся, нам как бы и так пойдет. Потом как-нибудь возможность будет и купим. Главное, чтобы детям было комфортно спать, удобно. Ну, в принципе, все. С постельными кроватями, матрасами и делами, в общем, мы пока решили. Ну а малыши, они у нас спят внизу на диване, и матрасы не нужны. В общем, вот такие вот у нас сегодня матрасно-деревенские будни. Все, пишите письма, всех вам благ, здоровья, счастья и оставайтесь с нами. До свидания.